Ты знаешь, мама, как везде здесь можно жить. Сначала страшно, но привыкли все живые. Здесь лают пушки, словно псы сторожевые. И самолеты кружат в небе, как стрижи. Ты помнишь, мама, я любил играть в войну. Теперь не так, не до игры, и все взаправду. Вдыхаем пороха тяжелую отраву и ходим в смерть, чтобы послушать тишину. Мне часто снится, будто я опять с тобой, зато потом, когда проснусь, бывает больно. Сегодня, мама, мы не пали в этой бойне. Я снова жив, не стал последним этот бой. Ты отмоли меня от вражьего огня, пусть я ужасно далеко. Ты рядом, мама, держусь за нить твоей любви, держусь упрямо. Ты, мама, жди домой живым меня. Здравствуй, мама. Вот, говорю с тобой с экрана. Хочется передать привет тебе. Пожелать здоровья, мира, мирного над головой. Хочется, чтобы ты не слышала всего этого ужаса, который там. Хочется, чтобы берегла сына моего, всех моих близких, родственников. Не забывай. Все вернемся, всех увидим. Все будет хорошо. Также хочу ко всем обратиться, к своим близким, родным, папа, все остальные. Да. Люблю вас очень сильно. Обещаю, что добьюсь мира. Вернусь, все будет хорошо. Здравствуй, мама. У меня все хорошо. Борюсь за хорошую жизнь. Ребята, коллектив хороший. Все нормально. Жив-здоров. Спасибо, что отпустила. Вернусь очень скоро. Как только закончится. Люблю тебя.